тебе, как работать с резинкой для мощного удара колена. Я уже давал тебе работу с резинкой и как универсальный тренажер для дома с различными упражнениями, показывал, как делать жимы, отжимания. Также в закрытый клуб давал видео, как работать руками, нарабатывать скорость и выносливость удара руками с резинкой. А сегодня покажу именно удар коленом, как ногами работать. Нужно резинку прежде всего за что-то зацепить. У меня это гиря 32, да, я туда засуну. Можно за стол какой-то, за стул. Главное, чтобы это не двигалось. Ручки одеваем две на одну ногу. И все, как бы ничего сложного. И отсюда работаем. Можно работать на мешок, можно работать с напарниками, на макевару или на лапы. Встал в стоечку и со стоечки колено туда в мешок. Резинка не дает спокойно двигаться ноге. Как только я вот с этого положения, уже тяжело. Все, уже резинка натягивается, напрягается. И через силу, через сопротивление делаю удары колена. То есть встал в стоечку и туда добавляю все время. И все время такая работа идет. Если тяжело, сразу с две резинки, да, можно по отдельности одеть. То есть на одну ногу одну, на вторую вторую. Получится менее такая натяжка, более слабая. Можно работать в темпе. Ударил правый, левый, правый, левый. Обязательно ножку заряжать перед ударом. И работаешь. Когда отработаешь раунд 2, можно работать по раунду, да, на одну ногу 3 минуты, на вторую 3 минуты. Обязательно потом с тенью разбросайся. Просто колени встал и подергай. Почувствуешь, как колени вылетают легко, быстро, да, сопротивления нету. И хорошо все начинает вылетать. Просто разбросайся, расслабь мышцы, привыкни к нормальному режиму работы. То есть такое простое упражнение, простой тренажерчик, но очень-очень помогает развить стартовую скорость и силу удара в ударах коленями. Поэтому обязательно можешь включить себе в свои тренировки такую фишку. До встречи в новых видеоуроках. Видеокурсы под видео, в конце видео. Абсолютно бесплатно можешь скачать по тайскому боксу, по физушке, по мешкам. Со много всего интересного. Подписывайся на канал. Удачи в тренировках!